Так, а теперь, друзья мои, давайте-ка мы сделаем оправу к нашему кристаллику. Опа. Давайте к нему сделаем оправу. А сделаем мы ее так же. Мы возьмем mesh, возьмем plane, потянем его вниз. G по Y. Так, так, и уменьшим, естественно. Где-то вот так, наверное, сделаем. Так, посередке здесь вот так поставим. Rotation сделаем. Ну и понеслась. Ребро. Ребро. Бедра. Так, Е. Р. То есть система все та же, ребят. Самое удобное, на мой взгляд. Вот мне нравится эта система. То, что ей очень хорошо управлять и в то же время быстро создает различные такие курвы. Так, немножечко развернем. R. R. Развернули, теперь E. Развернули. S чуть уменьшили и опять E потянули вот так и развернули. Все нормально. Давайте тогда. Семерочка, давайте все-таки мы ее развернем. S. Так. И R. Так, и E. Ну, тут точно можно уже развернуть так, как нам нужен R. Давайте поближе поставим, чтобы мне не совсем тут нравится. Мы сейчас поправим все. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Все прекрасненько. Тут тоже. Сюда. И сюда. Смотрим. Вроде все хорошо. Поэтому мы сейчас ее сделаем финт ушами. То есть, скажем, объект. И где у нас тут находится set origin в 3D. Так, и теперь еще нам нужно будет удалить все какие-то там трансформации. Ну а далее просто все идем mirror. И mirror нам дает абсолютно точно копию того, что нам нужно. Прекрасно. Мы здесь скажем еще clipping. Да. И scale play. Дальше посмотрим edit mode. Да, видим, что не совсем все получилось как надо. То есть без проблем. Здесь M центр. Опа, тоже видите.
Центр. Соединили. Прекрасно. Далее идем вниз. Так. Здесь тоже смотрим, все ли тут. Конечно, тут не все ли. Поэтому выделяем. М. Центр. И М. Центр. Все. Это вот это у нас, да? А давайте я попробую сейчас subdivide сделать. Ну, здесь все сейчас хорошо, да? Все, все хорошо. Значит, все будет нормально. Итак, мы взяли вот это. Вот. Давайте теперь ее поднимем. Е по Z. Вот так подняли. И эту часть раздвинули. Вот так. Вот, хорошо. Все, чудно. И теперь попробуем этот объект моды сказать ему subdivision. Да, вот теперь все хорошо, все прекрасно, если не считать, что слишком много загнули. Немножечко. Так будет достаточно. И вот после этого subdivision 3, 3 и еще. Далее мы опускаем это дело. В чем дело? Объект мод, все правильно. Опускаем и уменьшаем. Смотрим где-то вот так, только не так, наверное. А да, объект сказать геометрию, вот тогда, тогда она будет равномерно это делать. Так, то есть мы вот так ее сделали. И я такой, чтобы я еще S по Z увеличил немножко, вот сделал потолще чуть-чуть, вот так мне что-то хочется. Так, и мало того, я сейчас еще скажу Shift D, опущу вниз уже по Z, сделаю еще меньше. Так не хочется. Вот такую лодочку, как бы посадить их в лодочку. Так. Зато. Так, и чуть расширить. Вот так. Есть. Великолепно. Ну, а далее сбоку будем делать теперь. Сбоку вот так. Да? Чуть даже. Я, наверное, расширю еще. Вот так. А здесь, ребятушки, мы опять с вами пойдем тем же самым путем. Что нам изобретать? Велосипед, правильно? Мы сделаем так. Мы сейчас возьмем plane, перевернем его. Rotation. Где он там у нас? По оси Y. Rotation Y 90. Вот так. Тащим с помощью G. Уменьшаем. Подвигаем. Поворачиваем. R. Так. Еще уменьшаем. Вот так, допустим, да? Еще разворачиваем чуть-чуть. Далее переходим в ребры. Вот и наши ребры.
И начинаем просто тащить наверх. Е. Так, чуть-чуть расширить. Еще Е. Вот так. Тоже расширить. Так. И R развернуть, E сюда подать, E сюда подать, развернуть и расширить. Так. Вот примерно так, да? А потом уже можем как угодно делать. Можем G применять, чтобы она более такая была гибкая, скажем так. Так, где-то здесь еще есть. Ага. Так. 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 Я думаю, так будет здорово. Толще, это поменьше. И это поменьше. Вот такой захват сделаем. Прекрасно. Далее выберем все, скажем Е по иксу. Мало того, мы сейчас еще сделаем следующее. Мы еще возьмем R, вот так повернем. И вот это. Вернем в эту сторону. Так. И общую штуку уменьшим по оси X. Ну и это многовато. Спасибо. Квадратненькую надо вот так сделать. Вот теперь она хорошенькая. Далее идем модификатор. Говорим. Surface такой. Отлично. 3. 3. И smooth. Так. Великолепно. И еще Shift D, R. Давайте сделаем объект с iterating по геометрии, вот так, да? И Shift D. Shift D, то есть мы делаем еще одну сверху, желательно посмотреть. Так, R. Немножко развернуть, G подвернуть, так, так, и так. Так, у нас очень красиво получается, да? Замечательно. Вот это, правда, немножко не хочет правильно вставать. Мы его так поставим. И подвинем. Вот. Теперь красота неимоверная. Чуть-чуть уменьшим. Вот так. Прекрасно.
Ну, а теперь нам надо этих ребят побольше сделать, возможно, вот. И распределить их вот здесь. Сейчас я подумаю, как лучше. То есть вот это и это будет Ctrl J. Не хотят? А, ну да. Play. Play. Так, и теперь объект join. Есть. Ну, сейчас мы просто возьмем сверху, посмотрим, да, Shift D, и будем разворачивать R и подгонять их сюда. Вот это вот сюда вставим, посмотрим. Наверное, многовато. G назад. Так. Так. И развернуть. СПЗ-то вот так. Прекрасно. Вот так. И мы их убираем сейчас Reset, трансформа, и говорим, что у нас объект Set Origin 3D Cursor, и говорим Mirror. Вот так они встали. Прекрасно. Play. Да, и теперь этот Shift D. Разворачиваем RPZ туда, вот так, и подводим их сюда. D, не G. Вот так, и опускаем. Да. Именно так. Так, и тоже сделаем Set Origin 3D курсор, уберем все
и скажем Mirror. Все. Теперь стоит только вопрос, каким образом мы это соединим, да? Здесь это понятно. Здесь мы поднимем. Вот так. Так. И еще раз Shift D опустим по Y. Вот сюда. Так. И, сейчас мы увеличим немножко это. А это колечко. Да? Оставим сюда. И опустим его. Ну вот так. До соединения с этим. Все. Отлично.